Ну что, пора ворваться. Врываемся в игру MVP Phoenix против Signature Trust. Ответный матч. MVP первую встречу в этом Best of 2 забрали. Отобрали один балл как минимум уже у команды Signature Trust, которую только что, ну не только что, но часик назад так точно унизили своих оппонентов по группе Минески. Signature Trust на данный момент отыгрывает у нас за Radiant, MVP, соответственно, за Dire выступает. В бане уже Висп, Тролль, Шторм, Медуза со стороны команды MVP Phoenix и со стороны Signature Trust Warlock отправляется, Faceless Void, Skyros Mage и SF вместе с Квапой. SF вместе с Квапой от команды MVP Phoenix в прошлой катке нереальное количество дэмэджа сделали. Во-первых, Квапа сделала весь мидгейм сама по себе. Феникс сыграл, по-моему, роскошно. И вслед за ним отправился QO, который терпел, дотерпелся до того, что у него максимальный ГПМ стал на карте и максимальный нетворс. За 20 тысяч перевалил у него нетворс за 40 минут. Короче говоря, классно себя чувствовал. Ну что, Signature Trust выбирает Спектру, моя масечка. Один из моих любимых персонажей Спектра. Просто расчудесно, наконец-то ждали и дождались. Ну, я, конечно же, говорю о себе. Всем, кому нравится Спектра, присоединяйтесь и отписывайтесь в чате. MVP Phoenix, последний пик от них. У них уже имеется снайпер, скорее всего, на мид для QO, как я понимаю. Акс, Чен, Шейкер. Все это понятно, и не вижу оффлейнера. Пока что не вижу оффлейнера. У команды Signature Trust уже имеется оффлейнер в виде Клокверка. Брюмастер, скорее всего, у нас мид. И Line Support или он Ancient Operation будут заниматься тем, что помогать Спектре. Скрестил пальцы, болею за Спектру. Собственно, вот и все. Кто-то недавно, где-то, по-моему, вчера или позавчера задавал нам вопросы в чате. Ну, нам конкретно мне задавал вопросы. Кто мой любимый персонаж? Я сказал, что пристрастий особенных по персонажам у меня не имеется. Конечно же, мои любимые персонажи те, кто могут много собирать, много фармить, а потом убивать целыми пачками. Это Спектра, это Антимаг, это Воид. Короче, все раковство, которое вы могли видеть в пабе, оно у меня внутри. Ну что, давайте по персонажам сразу же разберемся. Бумбелл у нас отыгрывает на Леоне. Майпро взял Брюмастера, это будет мид Брюмастер. Хе-хе, играет на Клокверке, это понятное дело. В сложную парень отправляется. Шира на Ancient Operation. И Лакел сыграет у нас на Спектре. Формящая Спектра, не устану радоваться. MVP March играет на Аксе, Нац на Чене. QO на Сларке, это значит будет у нас мид Сларк. Если я не ошибаюсь. А я не часто ошибаюсь в этих вопросах. Так, где у нас QO? QO у нас... Ну, в принципе, если QO взял Сларка, значит Сларк будет на миде, понятное дело. И Фенни на снайпере вместе с Ациофом на шейкере. В прошлой катке Ациоф, кстати, очень много экшена сделал. Еще и... Ультракил, если не ошибаюсь, к концу игры организовал. Это полностью деморализовало Signature Trust. Они поняли, не о чем здесь разговаривать. Надо собираться и go next катка. Next катка уже началась. На повестке дня у нас еще один матч. FiveEva играет против Минески. Пока что наблюдаем за Signature Trust, который отыгрывает четвертую игру уже. В данном игровом дне Joint Dota MLG Pro League. QO выходит у нас на руну, готов сражаться, я так понимаю, с Хе-Хе. Может быть, не стоит, точно не стоит. Клок ставит Коги, забирает руну на топе. Нижняя руна отходит у нас Бумбеллу на Леоне. Почему не отдать Спектре руну, мне непонятно. Кстати, вот этот сет повышает влажность в моей комнате. Мне очень нравится этот сет. Это лучший из сетов, которые я видел на Спектру вообще. Я не являюсь фанатом железных людей или прочей лабуды, но сет получился распрекрасный. Ну что, у нас уже начинается экшен на топ-лайне. QO отправляется все-таки в легкую фармить. На миде у нас будет Фенни на снайпере против MyPro на Брюмастере. Первая катка за 4 последние игры от Signature Trust без виспа. Не видел я в бане ли был висп, по-моему, забанила его MVP. Такую нудную ерунду, как... Начальные пики стараюсь не попадать, почему-то ухудшается у меня настроение, когда я наблюдаю за пиками команд. А MyPro стоит на миде против снайпера, 400 на руках у него уже имеется. По крипстату давайте посмотрим, что
да как, у снайпера первый крипстат 4 на 1. Фенни прошлую катку был лучшим по крипстату. Здесь на миде на снайпере вообще проблем быть не должно. Один из лучших фармил. Ну и QO тоже, разумеется, фармить умеет. И 100% вам говорю, будет. По лайнам, в общем-то, ситуация более-менее адекватная в остальном. Не считая Сларка на топе в соло против Клока. В принципе, ситуация адекватная. Здесь Шейкер занимается отводами. Более-менее комфортную ситуацию делает Сларку. Нац у нас опять играет на Чене. Он отправляется в лес. Куда же еще ему отправляться? Марш отправляется у нас в сложную марша. Акс пикнут. И со стороны команды Signature Trust Шира на нижнем лайне вместе с Бумбеллом. Бумбелл, разумеется, помогает у нас Спектре. Ну и на миде мы видели MyPro. Выход на свой же лайн, причем через хайграунд от Хехе. Увидел его Шейкер, Фиссуру дал в спину. Ну, цеплять его QO не будет. Здесь, в принципе, в соло драться против Хехе на ранних левелах, у которого батарея саут промакшен. Нет никакого смысла никому вообще. Попасть в Коги еще, если после паунса поймать Сларка. Сларк развалится без вопросов. Но Хехе приходит и крадет фарм. Он убивает уведенных крипов, он забирает экспириенс с убитых нейтралов. Короче говоря, Хехе ведет себя весьма наглым образом. На миде как дела обстоят? На миде у нас 12 на 4 у снайпера против 8 на 3 со стороны Брюмастера. И моя лапочка Лакелс на спектре на нижнем лайне стоит. И у него пока что максимальный крипстат на карте 17, а вот и 18 на 7. По нетворсу, кто как себя чувствует, тоже видим. В принципе, все соответствует крипстату. Фрагов у нас пока что не было, тавера не падали. Где у нас по хп проседает Клокверк? Клокверк по хп проседает от QO. Как удалось зацепить QO, непонятно. Кто там выходил, ли он был ли здесь, нет, ли он здесь не было. Ну, просто подошли вместе с Шейкером через Фиссуру. Попытались разобрать у нас Хехе. Пока что этого не получилось. И это говорит о чем? Это говорит о том, что вряд ли я пропущу First Blood. Точнее, в этой ситуации точно не пропущу. И гляди, какие-то шмоточки да выпадут мне. QO на вторую позицию по фарму. Перемещается 16 и теперь 17 на 5. У него крипстат на третьем месте Кфени от команды MVP. Фейзы появляются у нас у Спектры. Спектра пошла гнать Марча. Здесь есть Леон. Дотянется ли Хексом Леон? Леон должен дотягиваться Хексом. Да, дотягивается Хексом. И, скорее всего, Спектра могла бы забрать Спектра First Blood. И это было бы прекрасно. А так Спектра еще и умрет здесь, как я понимаю. 40 хп нет. Выживает у нас Лакелс. Какой же подлый Леон. Леон забирает импейлом напоследок фраг. Мне кажется, был смысл оставить First Blood Спектре. Ну, ладно, пусть сами уже в кулуарах командных прерий разбираются. У нас выход на MyPro. MyPro 5 левел. С Primal Split, соответственно, нет. И значит, MyPro отсюда должен не уходить. Хотя клепнул, и очень тяжело Шейкеру дается удары по спине MyPro. Все-таки Фенни забирает этот фраг. Счет становится 1-1. Леон где у нас просил? А, Леон у нас просил все там же по хп. 1-1 счет. Пока что ничего не пропускаем. Но шмотки почему-то не падают. Странно, очень странно. Леон выходит у нас на мид. Видимо, будет помогать Брюмастеру. Но это действительно не лишено смысла. Потому что стоять соло против снайпера, еще и стандартного снайпера через фазы МОМ, проблематично даже для Брюмастера. Таким образом, до появления даггера Primal Split будет скорее не атакующего плана, а только в плане под сейва. Да и то не всегда можно успеть его проюзать. С одним-двумя станами снайпер под момом, скорее всего, и под шрапнелью хоть и толстого, но вполне уязвимого Брюмастера разбирает. По крипстату на первом месте по-прежнему Лакелс. Он здесь для того и стоит. Есть фазы, есть 700 по голде. Также есть Стаут Шилд. Будет ли это Вангвард, мы увидим. Будет ли это Радианс, тоже станет понятно чуть попозже. QO врывается у нас в Хехе, но здесь батарея Саут. QO идет и просто терпит. Надо ходить в ульту и стараться драться. Но здесь через ульту, наверное, пробивается, да? Пробивается через ульту. Батарея Саут дамажит, но QO более-менее сейвово себя ведет. Лакелс приходит сюда и забирает Сларка. Первый килл для Спектры. И первый килл, соответственно, для
Кьюо на Сларке. Счет становится 2-2, но драка на этом не заканчивается. Нац попался у нас в лесу. Нац у нас погибает в том же лесу. Но здесь хоть Бумбел не забрал фраг. И даблкил от Спектры. Моя ты бубочка. Спектра уже 1500 практически имеет на руках. Все это после фазов. Это значит, можно ранний вангвард получить, а потом уже выходить в Радианса. Можно не выходить в вангвард, а просто собрать Радианс. Это будет еще симпатичнее. Там уже вангвард станет вопросом 2-3 минут фарма. Акс перемещается в лес. Здесь его, в принципе, уже готов встретить Хехе. У него 5-й левел. Сларк у нас врывается в Шира. Шира разваливается. Коги ставит Хехе вполне себе удачные. Забрал нормально так маны у Кио. Но у Кио готов врываться. Батареас аут есть. Пока что не проюзал его Клок. Клок уходит под свой тавр. Заманивал на себя. Никто на эту замануху не повелся. 3-3 становится счет. Спектра отправляется на топ-лейн. И неужели здесь погибает? Не трожьте Спектру. Руки прочь от Спектры. Спектра погибает. Чен забирает. И кем бы вы думали? Вот этим оторванным парнем забирает Спектру. Мы-то думали, Спектра супер-лейт, супер... Серьезный персонаж. Скелетон Варьер пришел и разобрался со Спектрой. Я думаю, надо писать GG. Ну, конечно же, это шутка. GG надо было писать немножко пораньше. Шира приходит на лайн. Собирается отфармить здесь. Понятно. У Шира по артефактам на данный момент Boots of Speed есть. И 900 по голде еще имеется. Скоро появится Аркан Бутсы, а там, скорее всего, будет выход стандартный Аганим. У Бумбела есть Транквил, и Бумбел переживает ли Ассасинейт? Нет, Ассасинейт он не переживает. Снайпер начинает себя вести более-менее нагло. Фазы есть. Курица пока что ничего не несет. Здесь прилетело кольцо на ману Рингов Аквила. Ну и по дамаге снайпер, конечно же, никогда не проседал и проседать не будет, пока существует дота. Спектра у нас разультилась. Куда она разультилась? Она здесь в лесу гоняет Кьюо. Кьюо у нас отлетает, и Спектра забирает третий фраг. 3-1 улакился, и, по-моему, это проблема для команды MVP. Signature Trust выбрали персонажа, который готов убивать на любой стадии игры. Я говорю, конечно же, о Спектре. Уже практически собранный вангвард. Остается 1,5 крипа, 25 монет, можно продавать веточку, а можно убить просто еще одного рейнджового крипа. Лакелс имеет вангвард, собирается так, как я, как же за него не болеть? Здесь у нас на миде файт, Клок забирает снайпера, снайпер наконец-то ответил за всю свою наглость. Хехе в когах стоит, его дамажит тауэр, еще одна тычка и умирает у нас Хехе. Марш здесь на лоу хп, но Марш по-прежнему живой, Чен не смог его отправить на базу. Разультился у нас Майпро. Пока что бегает пандами туда-сюда. Кьюо врывается сюда. Будет погоня у нас за Майпро. У Майпро нет даггера. Майпро отсюда, скорее всего, не уходит. Здесь еще кентавр. Через секунду будет под стан. Но стан не понадобился. Во-первых, промахивается. Во-вторых, Кьюо. И сам нормально даркпактом разобрался с Брюмастером. Счет становится 6-8. 6-8. Куда летит ульта аппарата? Ульта аппарата прилетела в мид. Но здесь в безопасном пуле... хелспоинтов находится команда MVP. Ну что, 8-6, впереди MVP. Что у нас по экономике? Пора, думаю, посмотреть. Всего лишь 1000 по голде и чуть менее самого малого по экспириенсу. В принципе, идут в ноль по XP. Выход на первый Т. Один по топу со стороны команды MVP. Падает у нас топ без вопросов. Сларк, на котором отыгрывает Кьюо, забирает данный тавр. У Сларка имеется уже практически собранный ПТ. Скорее всего, ПТ летит ему. Нет, ПТ ему пока не летит. Ему, я так понимаю, летит... Да, не летит ПТ Сларку. Сларку летит Hand of Midas. После тапка решил выйти он в фарм. Ну, пускай. Посмотрим, перефармит ли он мою лапапулечку. Спектра у нас уже имеет вангвард, есть у нее фазы, есть 100 по голде, и здесь скоро будет грейженный стик, и что вы будете с ней делать? Ха-ха. Конечно же, ничего, Лакелс 3-1-1. Идет и прилетает Hand of Midas в Спектре. Счет на данный момент 6-8, по голде MVP практически в 2,5. Выходят и по экспириенсу чуть менее 500 впереди. Хукшот у нас не очень точный от Хехе. Все равно решил, видимо, с руки подойти доковырять. Не знаю, верно ли это. Получает фиссуру и ульта пойдет от снайпера. Хехе разобрали. Здесь ульта от Спектры. Спектра продолжает погоню. Агрит на себя ее марч. Надо сейвить Спектру.
спасти рядового Спектру. Что-то надо делать. Эхо Слэм от Асиофа. Но все в команде Signature Trust живы по-прежнему. Горит у нас Спектра, но вряд ли догорит. По ХП пока все в порядке. Здесь еще Клок. Клок никуда отсюда пока не собирается. Вот сейчас бы ульта аппарата была к месту. Но аппарат, разумеется, ее пораньше заюзал. Лакелс уходит у нас на лоу ХП, но уходит отсюда живы. Это не может не радовать. 6-8 счет. Село на село, и ни одно верх не взяло. Подрались на миде. Оказалась драка без фрагов. Давайте, пока есть время и передышка, посмотрим, что у нас по артефактам. Брюмастер имеет 1600 на руках. Это все после батла. У Бомбелла есть Транквил и Смок 770 на руках. У Хехе, в общем-то, ничего нет, кроме Boots of Speed и... Тапка вместе с Boots of Speed и Ботла вместе со Stout Shield'ом у Ancient Operation. Выход в Power Threads. Хотя нет. Это не Power Threads, это та же ситуация, что и у QO на Сларке. Это один тапок и покупка Hand of Midas. У Спектры, моей курочки, что лежит в курьере? Ничего, пока ничего. Собирает урну у нас. Лакелс, хорошо, ты играешь за Спектру, тебе можно. Так, теперь по MVP давайте разберемся. У Марча ничего нет. Марч у нас выходит в даггер, и даггер будет не ранним совершенно, потому что уже 13 минут-то прошло. Так, у нас врыв на мид. На миде поймали и моментально разобрали на куски у нас снайпера. Туда же ульта аппарата, ну а ульта аппарата просто по трупу продамажила. Это не считается. Нац спрятался в кусты. Что ты там делаешь? Нац у нас отходит. В принципе, будет, я думаю, выход на мидлейн. Ну, есть смысл. Есть смысл. Вы втроем здесь. Может, поделитесь за тауэр? Нет. Тем более, что Space Creating для Спектры более чем основательный. У нее есть урна. У нее есть фейсбуцы. В соло против QO. Иди сюда, QO. QO сюда подошел. И Спектра разваливает у нас такого важного персонажа команды MVP. В соло разваливает. Возвращается у нас QO после своей ульты, и погоня продолжается. Я думаю, что здесь должен только бы не заиграться Лакелзу. Ты заманил мою Спектру и убиваешь ее под тауэром. Не надо так. Лакелс у нас жив. Нет, Лакелс умирает. QO также погибает от ульты аппарата. Спектра умирает во второй раз. Горе моим сединам. Счет становится 8-9. MVP по-прежнему впереди, давайте глянем по экономике. 2 с копейками по экономике и менее 500 по экспириенсу. На данный момент команда MVP Phoenix чувствует себя немного увереннее, потому что здесь есть снайпер и здесь есть Сларка. Со стороны команды Signature Trust есть только моя лапапулечка Спектра, у нее 2... раза поход в таверну был, естественно, не своим ходом, и 3 убийства. Ловят у нас снайпера, снайпер здесь разваливается, через батарея Саутхихе нормально разбирает его, и счет становится 9-9, но вы это все делали без Спектры, это не считается. Хихе на данный момент имеет 690 уже на руках, Стаут Шилд есть, Транквилы есть, есть Ботл, готовится, как я понимаю, выход в Блейд Мейл. Спектра у нас здесь ловит Наца, сюда же Клэп от Майпро. Очень удачно влетает Марш, агрит на себя. Нац Hands of God проюзал, но Спектра не хочет его отпускать. Забирает у нас Спектра Чена, правильно делает. Нечего Чену на Спектру нападать. Лакелс продолжает погоню за Марчем. Полетел кирпич в голову. Висит также урна. Здесь все, что надо проюзать в Акса, проюзали. Клок забирает этот фраг. Но здесь крипы Чена стараются навалить. QO вгрызается в Спектру. Спектра на фазах должна отсюда уходить. Вангвард есть, стики есть, если что. Ульта аппарата в QO. QO под ультой аппарата может и быть догорит, а может нет. Еще одна тычка нужна от Спектры. Даггер через 4 секунды. Майпро его тоже не видит. Надо юзать даггер. Подсветили у нас QO. Пошел даггер от Спектры неточный. И за QO гнаться по Т1 нет смысла. Шейкер идет в спину команде Signature Trust. Здесь у нас Хехест пытается все заблочить когами, но все ты когами не заблочишь. Шира ловит ульту от снайпера и ловит удар от QO. 3-2, судя по счету, подрались игроки. Команда Signature Trust MVP нам покажет фраги только, которые сделали MVP. Но до этого мы видели, как Signature Trust разваливали MVP под собственным Т1 на миде. Па-ба-ба-бам. 700 у Спектры по голде уже имеется. Это мало, хотя с другой стороны 15-я минута. Но очень ранние артефакты вывез у нас Лакелс. Смог Фейзы и Вангвард, по-моему, минуте на 9-й собрать.
После этого была урна, но если в ней польза, пока что не знаю. Ancient Operation прилетает. Прилетает Hand of Midas. У Сларка тем временем появляется. Появляется Dagger. Здесь, скорее всего, развалится у нас. Нет, не разваливается. Никто у нас не разваливается. Снайпер еще и в обратку Assassinate дает спектру. Надо цеплять ее каким-то образом. Вот этими мерзотными крипами Чена. Спектра уходит отсюда, берет руну у нас. Майпро, продолжение драки с Акс. Через Quilling Blade забирает у нас Хихе. Счет становится 13-11. Большая толпа выходит на Мид-Тауэр. Акс идет сюда. Акс влетает на команду Signature Trust, но поняли, что драться с ним нет смысла. Еще и Чен отправлял его на базу, а значит и забрать не было никакой возможности. У Леона тем временем появляется Dagger. Signature Trust выфармливает все, что им необходимо. У Леона счет 1-3-5, но при этом имеется Dagger. 2-3-5 у Леона, вот вам и Dagger. Забирают QO, а это, на секундочку, кор-герой команды MVP. 426 с него поимели. Что у Спектры? У Спектры 1200 на руках. Если это будет Радианс, я, наверное, потеряю сознание. Лакелс и так ведет себя относительно неплохо. 4-2-4 счет. 70 на 13 крипстат наравне с снайпером. Но разве снайпер такая няшка, какая няшка Спектра? Нет, точно нет. Болеем за красивую доту. Естественно, ни за кого я не топлю, ни за Signature Trust, ни за MVP. Даже если Signature Trust проиграет, но Спектра выформит все, что необходимо, и будет разваливать кабинеты здесь нон-стоп, я буду вполне себе доволен. Акс врывается у нас на Майпро. Майпро нет маны на Primal Split. Куда ты без маны полез, непонятно. Проюзал стики, мана на Primal Split появилась, но там уже предсмертные конвульсии были у Брюмастера и фраг для команды MVP. Развалили у нас Брюмастера, счет становится 13-15. Ульта от аппарата попала по Чену, но, в принципе, все живы. Здесь есть мега у Чена, Hand of God по-прежнему активный. Врывается у нас Леон. Врывается с Finger of Death в марче, марч погибает. Спектра проюзала ульту, забрали уже Акса, можно драться. Также здесь Нац, скорее всего, разрежется от Спектры. Кио также здесь, у Кио есть ульта. Кио заходит в ульту, может, есть смысл погнаться за ним. Попадает по QO даггером Спектра, значит, видит у нас QO. Надо бежать за QO. Отдай Спектре фраг. Брюмастер клепает по голове и забирают у нас еще и QO. 16-15. Команда Signature Trust, я думаю, вышла в лидеры не только по фрагам, но и, скорее всего, по нетворсу. Давайте глянем Fight Recap, потом будем разбираться. В кого врыв у нас? У нас врыв в Шейкера. 17-15. И у нас Primal Split и погоня за снайпером. Прилетает сюда Акс. Акс прилетает и начинает летать в ветрах. Я думаю, Акс понял, что совершил ошибку. На свой хайграунд отправляются игроки команды MVP. Марча пытаются поймать. Неужели Спектра пойдет на хайграунд? Береги себя. Лакелс не идет на хайграунд. 2600 у него уже имеется. И Т1 по миду падает. Signature Trust показывают очень уверенную игру. Такая дота приятная, я думаю, не только для самих игроков, но и для зрителей. Ну и, конечно же, для комментатора, моя бубу-бусечка. Моя лапочка и красотка Спектра. У нее 3000 по голде уже имеется. Лакелс очень хорошо себя чувствует. По нетворсу давайте глянем. Ну кто же еще мог быть на первом месте? Конечно же, это Лакелс на Спектре. 7300 на втором месте у QO. 5500 у MyPro. Ну дальше уже бич-пати. Это мы не обсуждаем. 3000 на руках. А что это значит? Это значит, что на 22-й, 23-й, там, ну, 25-й предел минуте появится Радианс у Спектры. И тогда топить я буду еще жестче. Уходит у нас в ульту QO. У QO нельзя умирать. У него 6-5 счет уже. Ему и так наумиралось само по себе. Так. Спектра внизу фармит в безопасности. 3200 на руках имеется. Врыв у нас от. Куда? Куда ворвался у нас? На мид у нас ворвался Хихе. Доминейтинг уже у Спектры.
разобрали на миде снайпера, и также у нас QO погибает. Одного Ancient Operation на топе потеряли, но этот парень даже не считается. Акс тем временем добивает Леона. Ну, разменялись саппортами, но при этом пару кор-героев забрали игроки команды MVP. Так что драка, конечно, в их пользу. Ну, нам не показывают убийство двух пареньков, поэтому это не считается. Леона одного показали, Леон тоже не в счет. Давайте глянем графики. Signature Trust вышли вперед. Так, у нас Акс влетает на Лагелса. Здесь же с тотемом Шейкер. Шейкер без эхо слэма. Но этого достаточно было. В спектре забирают доминейтинг. Лагелс теряет 437 по голде, как ты мог. 3500 на руках у него. Уже, в принципе, было все, что необходимо было у него для покупки Sacred Relic'а, но пока что он без него остается. 22-я минута. Чем дальше, тем меньше пользы будет от Радианса. Что у нас у игроков команды MVP? Марш приобретает Blink Dagger, есть у него 1000 по голде. У Чена имеется Мека, дальше по саппортингу пошел. У Сларка есть Dagger, есть Hand of Midas, имеется Power Threads и 1300 по голде. Шейкер, Dagger, 1000 голды сверху, Аркана, Буцы. Снайпер, 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 снайпер умирает. Врывается в него Хехек, Хехек, кстати, наверное, MVP этого матча, потому что врывы постоянно крутейшие. Нон-стоп, через батарея Саут здесь еще готов с двумя сражаться. Шейкер стоит, танцует, потому что не может дать ни тотем, ни фиссуру. Но в итоге разобрали Хехе, отомстили за своего мидера. Мидер команды MVP уже 7 раз погиб, всего 3 килла он сделал. Тем временем Брюмастер забирает у нас Сларка. Где это делает Брюмастер? Он это делает на топе. На пару вышли с Бумбелом и раскинулись по скиллу. Ушел туда Finger of Death и клэп от Брюмастера. В принципе, QO это вполне хватает. У QO пока что на хп ни черта нет. И не факт, что будет появляться. Пока что 1600 имеется. Ну, разве что Eye of Skadi будет на хп появляться. Тем временем убили у нас Акса, и кто это сделал? Это, конечно же, сделала Спектра. У Спектра есть 4200 на руках. Куда лезет Лакелс, мне непонятно. Надо отсюда убегать. Лакелс готов драться. Отправляют назад Шейкера, а Лакелс готов драться, но он здесь явно погибает. Хотя нет, 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 живет Ассасинейт, и Лакелс умирает. Да, убил Спектру, получил минус 7 в карму. Фенни забирает этот фраг, у него счет становится 4-7-5. Но Sacred Relic уже летел. 24-я минута, Sacred Relic имеется. Это, конечно, поздновато. Но не так поздно, как могло бы быть. Спектра, опять же, не забываем, не голая. Здесь у нас погоня за Бумбелом. Аппарат тем временем Чена все-таки дотикал на собственном хайграунде. Старается уйти отсюда Бумбел. У него это получается. Даггер есть, даггер аут и ТП аут. В общем-то, никакой особенных, никаких мувов придумывать не надо было. Что у QO? У QO 2400 на руках. Ждем появления Ultimate Orb. Вот вам, пожалуйста, Ultimate Orb от QO. Хотели, получили. Шейкер на форстаф выходит. Немножко еще остается на у него для рецепта. Фенни опять здесь попадает в Когис Хехе. И сюда же ульта аппарата. Ну, реализация Клока через хукшот Батарея Саут и ульту аппарата просто крутейшая. Никаких вообще проблем нет с убийством. Ворвался Клок, умер персонаж. Все очень просто. Сларк забирает у нас Клока. Сларк забирает у нас Клока. Ну, здесь погиб, конечно же, снайпер. У QO 940 врывается туда. Вот так и убивали Сларка на топе. Врывается сюда Бумбел, дает стан, дает Finger of Death. Врывается сюда Брюмастер и клэпает. Сларк не переживает рассказ двух персонажей. Двух. Двух. Не пятерых, не троих. Двух персонажей. Сларку надо 100% идти в хп. Но он это и делает. Ultimate Orb купил, но Ultimate Orb его не спас от такой быстрой, к счастью для него, смерти. Марш тем временем забирает у нас Спектру. Сколько это будет еще продолжаться, мне непонятно. Спектра у нас перебаковала, за это и отхватила. У Спектры 480 на руках, и все дальше и дальше Радианс. Как бы не бегать в Спектре до конца игры с Sacred Relic'ом. Signature Trust выходит у нас на топ-лайн забирать Т1. Никто дефать не будет. Они это не знают, а я это знаю точно. Вам говорю, никто дефать не будет этот тауэр. И, скорее всего, подойдут сейвить, если что, Т2 игроки команды MVP. Здесь есть Марч. У Марча появляется Ogre Club. Есть у него Метрилхаммер. И до рецепта на БКБ остается копейки.
У снайпера есть мом, есть Ogre Club. Готовится выход тоже в Black King Bar 900 на руках. У шейкера Force Staff уже имеется. Куда у нас ульта аппарата? Ульта аппарата в снайпера. Это просто ульта на всякий случай. Акс тем временем убивает у нас Леона. Ульта от Спектры. Спектра прилетает сюда, разбирает у нас снайпера. Снайпер погибает. А вот вам и ульта аппарата. На что сгодилась? Спектра должна бежать. Фейсбуцы, в принципе, имеются. Погоня у нас за Ченом. Но как же сложно пройти через такую огромную толпу этих крипов. Но это пока нет радианса. Позже эти крипы станут кормом для Спектры. И это понятно. Акс тем временем зарабатывает Киллинг Спри и убивает еще Брюмастера. Акс вообще какой-то сумасшедший. Что это такое? Что это было? Как это называется? Акс еще и Хихе сейчас заберет. Если на Квиллинг Блейд, нет маны на Квиллинг Блейд. Но тем не менее Акс делает даблкилл, забирает Клокверка. Счет 9-5 у Марча. У Марча начинается, по-моему, серьезная игра. По крипам у него не... В принципе, по крипам у него неплохо все. По крипам он на четвертом месте, 80 на 0. И по киллам он вполне уверенно себя чувствует. Больше всех на карте. 9-5-5 счет у него. Дальше уже разместилась Спектра. 8-5-9 и 8-7-9 Клокверк. У Спектры 1359, и что это значит? Это значит, что появляется тот самый артефакт, который должен появиться. Купи сейчас, а то еще умрешь. У Лакерса появляется не самый ранний Радианс, но это Радианс после Вангварда Фейсбуцов и Урн оф Шадоус. Но в любом случае до 30 минуты это уже хорошо. По тому, как опрометчиво себя ведет Спектра команды Signature Trust, можно понять, что и позже может появиться... данный артефакт. MVP собрались на нижнем лайне. Идут пушить сторону. Нет, MVP идут в чужой лес. Смоук есть ли у кого-то? Да, у Шейкера, если что, есть смоук. Здесь два игрока команды MVP тоже постепенно собираются в кучку. Будут юзать смоук и заходить на Рошана, как я понимаю. Вижен от команды Signature Trust здесь имеется. Кто здесь что вардит и девардит. Здесь ставится Sentry Ward на High Ground. Будет попытка задевардить. Но, конечно же, вы понимаете, что этот вард не палит вот данный обсерв. Крипов своих отправляет на Рошана у нас Чен. Туда же прилетает ракета от Клокверка. Все все знают. Все все понимают. Команда MVP Phoenix перетягивается на топ. Почему? Потому что они увидели здесь Спектру. У Спектры есть Радик, моя курочка. Наконец-то, 29-я минута. У моей лапулечки появляется Радианс. Пошел у нас Даггер от Спектры в QO. Здесь у нас врыв от Марча. Надо, пожалуй, посейвить будет своих персонажей. Лакелс у Лакелс начинает драться. Будет ли ульта? Спектра ультит. Уходит в деревья. Начинает гонять всю команду MVP. QO у нас проседает по ХП, но уходит в ульту. И Спектре надо отсюда уходить. Потеряли уже Леона, но взамен забрали Чена. Шира эвейдит, ну, количеством своего ХП эвейдит Квиллинг Блейд. В никуда у нас отправляет Квиллинг Блейд Марш. И Марш, скорее всего, погибает. Погибает от кого? От моей лапопусечки Спектры. Спектра продолжает погоню за Шейкером. Все, кто говорил там, что не надо болеть... И быть беспристрастным надо. Ты посмотри, какая она няша. Как быть беспристрастным? Разумеется, я не топлю за Signature Trust. Мне не интересен вообще счет в этом матче как таковой, потому что у нас групповой этап. Мне интересно, как себя поведет Лакелс в данной ситуации. Тем более, еще раз повторюсь, Спектра. Моя мимимишечка. Врыв от команды MVP закончился провалом, по большому счету, потому что Signature Trust драку выиграли. Плюс... Самое интересное, что мейн-керри команды Signature Trust, даже не буду повторять, кто бы вы думали, зарабатывает 1880 по голде уже на данный момент. Это значит, что очень скоро появятся диффуза, и тогда драться станет совсем неприятно. Хватит ли Сларку? Ну, Сларку, наверное, на ульт хватит, но, в общем-то, подрезать Спектра будет очень серьезно. Имеется уже 200 на руках, хотя, может быть, это будут не... никакие не... не диффуза это будут, а выход будет в манта стайл. Ну, посмотрим. Тут, в принципе, вариаций на этого персонажа достаточно много. Все полезно. Возможно, Спектра сразу пойдет в Тараску. Что, в общем-то, тоже уместно. На 31-й минуте даже более чем уместно. Сларк у нас по хп проседает. Сларк погибает на Эншентах. Вот здесь вот был его труп. Марш врывается у нас Бомбелла. Бомбелл погибает через Квиллинг Блейд. Сюда врывается Хихе. Ульта... от него
вполне удачная была, но отсюда он уже уходит. В принципе, драться не собирается ни с кем. Кио продолжает погоню, но здесь на хосте у нас Клокверк. Подсвечивают, забирают Шира. Действительно забирают. Спектра дает ульту. Будет ли драка здесь со стороны команды Signature Trust? Да, драка будет, но драка, скорее всего, будет в одно лицо. Куда же ты прилетела? Курочка, побереги себя. Хотя очень жестко проседают по ХП. Нереально крутые коги с хайграунда. Спектра проседает по ХП. QO у нас продолжает жить. Продолжает жить у нас Шейкер. Крутейший эхослэм от Шейкера. Но что мне больше всего понравилось, это обалденные коги с хайграунда от... Еще одни коги теперь с лоу-граунда. Что он творит? Он просто вообще вертел эту географию доты на своем гаечном ключе, который у него имеется. Так, АЦОФ у нас разваливается без проблем. Здесь стоит снайпер и, ну, на этот раз не такие удачные коги. Хе-хе проседает по ХП. Он разваливается от Сларка. Кио продолжает дамажить здесь Майпро. Майпро без праймал сплита. Майпро здесь умирает. Даблкил от Кио. Команда Signature Trust в этом файте очень много отдала своим соперникам. По, ну, у нас не все трупы показаны, как я понимаю. Да, спектра не показана, а значит, смотреть нет смысла. Короче говоря, поверьте мне на слово, MVP в этой катке нормально отыграли. Сейчас будут не в этой катке, а в этой драке. Сейчас обновятся у нас графики, и мы увидим, сравняет ли MVP графики по золоту и по экспириенсу. По экспириенсу уже в ноль, и по золоту... Ну что, ну не верю я, что всего 800 по голде можно было в этом файте отыграть, если убили мою лопатопатулечку. 1000 на руках у нас у Лакилза. Есть у него 2 Blade of Alacrity, а значит, откладывается у нас покупка. Тараски, и переходит в сбор диффузов у нас спектра. Доминейтинг уже у QO. Забирают они аппараты, где они это делают. Аппарат забирает в собственном лесу. QO просто по наглой пошел у нас. QO 1600 на руках. Это все после Eye of Skadi. Здесь выход от команды MVP. Я так понимаю, поход на Рошана. Уже здесь QO. QO готов бить Рошана. А Рошан, соответственно, готов отвечать QO тем же. Но Рошан, кстати, проседает не так сильно, как QO. Но здесь на подмоге уже бравые ребята из команды MVP. Видят это игроки команды Signature Trust. Будет ли врыв от Клока? Можно попробовать. Да, можно попробовать, Клок это пробует. Врывается в матч, ульта пошла от спектры. Матч проседает по ХП, БКБ включает. Лакелс нарезает по снайперу. Снайпер погибает. Натс тоже здесь погибает. Лакелс уже сделал все, что необходимо. Разогнал всех от Рошана. И это 2 в 0. Рошана отжали. Signature Trust, как в 90-е отжимали ларьки, так сейчас отжали Рошана у команды MVP. Поздравляем Signature Trust с Рошаном. Я думаю, знаете, кто забирает Аегис. Продолжается погоня за командой MVP. АЦОВ здесь горит и горит очень сильно. Эхослэм, но тут с Эхослэма больше вернулась от спектри, чем прилетела Шейкеру. QO у нас начинает наваливать спектре. Ульта от аппарата, но она никого не коснется. QO будет фуловый, спектре лучше отсюда уходить. Хотя есть урна на всякий случай, если что, здесь есть... А Сларк, ну, не Сларк, точнее, а Леон. Врывается у нас Марш, вы понимаете, да, чем это закончилось? Чем это закончится? Марш врывается, Марш будет бить. Шира помочь своему тиммейту никак не сможет, вытолкнуть нечем. Марш здесь, Марш уже прожал Берсеркер Скол. Моя красотунечка. Моя мимимишечка, скорее всего, погибает. Если можно здесь какую-то музыку группы Secret Garden включить, то я бы посмотрел на все это. Огромная, мускулистая мужская спина и хрупкая спектра в сете от Железного Человека. Я не удивлюсь, если здесь Роберт Дауни-младший будет под маской. Короче говоря, Роберту Дауни-младшему, который прикидывался моей лапопулечкой, сейчас явно развалят кабинет. Наблюдаем. Можно даже крупным планом, я думаю, на это смотреть. Акс, ты свинья, ты бьешь женщину. Лапопулечка, беги, она уходит из файта. Спектра по-прежнему жива. Спектра по-прежнему жива, и у нас Акс остается ни с чем. Акс отправляется в таверну, нехрен бить женщин. Забирают у нас, скорее всего, Рошана. Наконец-то игроки команды Signature Trust. MVP остаются ни с чем. 37-32 по итогу этого файта. 2500 по голде. Поднимается Signature Trust, снайпер здесь наваливает, опять этот злополучный QO. QO готов ворваться, он здесь в инвизе, причем в инвизе от руны. Будет ли попытка украсть
Aegis. На всякий случай проюзали игроки команды Signature Trust Impale. И это сыграло свою роль. Спектра забирает все-таки Aegis, а Сларк уходит на хайграунд. Никуда Сларк на хайграунд не уходит. Аппарат забирает у нас QO. Счет становится 39-33. Ну, драки настолько сумасбродные, что даже больно за всем этим наблюдать. Ациоф видит у нас Спектру. Спектра засловилась от Чена. 2-3 удара всего лишь по Нацу. Нац погибает. Форстафом себя отсюда выталкивает. Но это до даггера, я думаю. Хотя, наверное, бежать нет смысла за Ченом. Почему нет смысла? Можно бы диффузами попробовать дотянуться. Лакелс диффузами не тянется, следовательно, не дотягивается. 39-33. Что по голде? По голде на 5 с копейками тысяч впереди команда Signature Trust. И 7500 с плюсом даже от все той же команды. Я думаю, что со спектрой, которая выфармит, здесь уже отбросим все пристрастия и мой фетишизм. Со спектрой, которая выфармила уже достаточно много, у которой счет 12-6-15, шутки будут плохи у команды MVP. Если здесь появится Тараска, она, скорее всего, здесь появится, то не совсем понятно, как воевать против такой спектры. Опять же, посмотрите, у нас не 50-сотая минута, у нас всего лишь 36-я минута, и по артефактам у спектры уже есть более чем достаточно. По крипстату спектра, по-моему, на первом месте, но это неудивительно. 177 не сильно отстает у нас QO. QO знает, как фармить, но, правда, QO видим, что по артефактам, конечно же, проседает. У него всего лишь Eye of Skadi здесь, Hand of Midas. Это помогает фармить, но не помогает драться. И здесь Dagger, это помогает врываться, но не помогает выживать в файтах. Конечно же, Сларк больше имеет смертей, чем того хотелось бы. 10 смертей и всего 12 убийств от Сларка. Что у нас у снайпера? У снайпера вообще печаль, беда. 4-11-10 у снайпера. У него БКБ нет и не предвидится. У Хехе тем временем появляется Аганима. Это значит, что кулдаун становится 12 секунд. Можно просто перемещаться через по карте, используя хук. Летит у нас здесь ракета от... От кого? Да, от Хехе, конечно же, на Клокверке летит ракета. QO ловит ульту и сразу же отправляется на базу. Собственно, почему так делается? Аганим есть? Да, аганим у аппарата есть. QO ловит ульту от аппарата. И 20 секунд начинает гореть. Туда врывается спектра, и QO у нас догорает. Любой персонаж от такого мува сгорает у команды MVP. Особенно каких-то серьезных танков здесь нет. У Акса 1780 по ХП. Правда, здесь есть БКБ. Акс, скорее всего, такую комбинацию переживает. Сларк тоже может пережить ее, если уйдет в ульту. Остальные три парня рассыпаются без вопросов. Но этот парень рассыпается, мы видели как. Очень быстро у нас отлетает снайпер после данной комбинации. Что с моей мусечкой? У мусечки 2600 на руках. И значит, что-то уже в курице. Да, у Лакелсов в курице квартерстаф и талисманов эвейжен. Готовится покупка бабочки. Ну и сейчас не сильно наваливали. В принципе, можно будет вообще из драк не уходить. Сларк на данный момент просядет. Продажа урны и покупает спектра баттерфляй. У снайпера ничего, собственно, противопоставить не будет спектре по дамаге. Есть, правда, БКБ. Ну что, у нас пошла ультра от спектры. Здесь все горят. Ульта аппарата зашла просто крутейшим образом. Лакелс гонит Марча, будет бить его. Почему бы не бить? Марч у нас рассыпается. Дальше погоня за Нацем. Finger of Death под хвост дракону, на котором сидит Чен. 2 килла уже от MVP, даже 3. Выкупается у нас Марч. Марч врывается в драку. QO здесь уже дерется со спектрой, но она вообще не проседает по ХП. У нее есть Aegis. И она не проседает по ХП вообще никоим образом. Лакелс делает еще один килл, доминейтинг у него. Также Майпро здесь делает дабл килл. Лакелс дерется против двоих. Ну, то, о чем я говорю. Персонаж, против которого в лейте драться невозможно. Его не забирает никто. Она идет под фонтан. Лакелс идет под фонтан, делает килл на снайпере, уходит из-под фонтана и продолжает погоню за QO. Но надо разменять Aegis. В принципе, похилиться лишним не будет. Ну, команда Signature Trust проседает по ХП. Конечно, заберет Aegis у нас QO, хотя, наверное, не заберет. Вот вам, пожалуйста. Все, нервы сдали у команды MVP Phoenix. Они поняли, что драться никакого смысла нет. Лакелсу дали расформиться. Лакелс расформился и
просто унизил команду MVP Phoenix. Тут преимущество не в руках того же игрока команды Signature Trust, тут преимущество в самом персонаже. Понятное дело, что Спектра на 40-й минуте при фул запаке, а запак у нее практически фул, не хватило только здесь Тараски. Спектра неубиваемая, и это было видно. Aegis так и не потерял у нас Лакелс и смог додавить команду MVP Phoenix. Но мы поздравляем Signature Trust с третьей победой в данном игровом дне. Они уже унизили Минески. Они смогли ответить на пощечину. Они смогли ответить на пощечину от MVP и забрали еще один поинт. 3 очка они зарабатывают за сегодняшний день. На третьем месте, если не ошибаюсь, остаются. Поздравляем их с этим. Поздравляем MVP с заработанным баллом в данном турнире. И следующий матч у нас, если не ошибаюсь, Минески против... против Five Eva. Да, все верно. У нас продолжается азиатский дивизион MLG Joint Dota Pro League. Первый сезон. Вот. Не переключайтесь. У микрофона друг. Это студия Игрокам ТВ. Меньше играйте в доту, больше читайте книг. Скоро услышимся.